Приобретая пакет Optimum, вы получаете доступ к более чем 100 разножанровым телеканалам, среди которых каждый член семьи сможет найти канал для себя. И весь первый год телепросмотра у вас не будет необходимости активировать подписку на пакет Optimum. А в дальнейшем продлевать подписку на пакет Optimum необходимо всего лишь раз в год за 600 рублей. А 10 федеральных каналов в пакете «Базовый» останутся для вас без абонентской платы. Если у вас уже сегодня транслируются только федеральные каналы, а вместо остальных вы видите надпись «Кодированный канал ДРЕ», не пугайтесь. Скорее всего, у вас просто закончился срок подписки на пакет «Оптимум», и вам необходимо пополнить ваш личный счет абонента в системе «Триколор ТВ» и заново активировать подписку. Уточнить эту информацию вы можете как на сайте, в личном кабинете абонента или у онлайн-консультантов, так и по телефону техподдержки. Там же вы можете узнать номер вашего абонентского договора или 12-значный DRE-ID вашего приемного оборудования. Обращаем ваше внимание, что если у вашего оборудования 14-значный ID, то при пополнении вашего личного счета абонента вам необходимо указывать только 12-значный номер абонентского договора. Количество точек приема платежей постоянно расширяется. Пополнить свой личный счет абонента вы можете в отделениях Почты России, через банкоматы, посредством онлайн-платежей по банковской карте Visa или MasterCard, электронными деньгами Kiwi кошелек, Яндекс.Деньги и Йота.Деньги, в салонах связи Евросеть, Связной, Альт-Телеком и даже через свой мобильный телефон, а также через платежные терминалы, расположенные в общественных местах, в торговых центрах, на вокзалах, в метро, в магазинах. Для этого выберите в меню терминала раздел «Телевидение» и убедитесь, что терминал принимает платежи в пользу Триколор ТВ. Выберите пакет, который вы хотите оплатить. Оптимум. Введите 12-значный номер, номер абонентского договора, либо ID вашего приемного оборудования. Внесите 600 рублей. Обращаем ваше внимание, что при оплате через терминалы может взиматься комиссия. Размер комиссии уточняйте в местах приема платежей. Более подробную информацию обо всех способах оплаты вы сможете найти на сайте в разделе «Помощь». После оплаты необходимо произвести раскодировку каналов. Для этого нужно переключить приемник на любой кодированный канал. Оставить приемник включенным на срок до 8 часов. Телевизор при этом можно выключить. И еще целый год наслаждаться вашим любимым телевидением.